Первая серия. Джунейд, тише, все позади, все позади. Тот же кошмар, да? Да. Все было в огне, неизвестный мне дом, словно я там была когда-то. Два ребенка пробегали рядом. Я даже сейчас чувствую этот жар, Джунейд. Потом там был еще один человек, его лицо размыто. Какая-то улица, адрес которой мне неизвестен. Постоянно один тот же кошмар. Ничего не меняется. Ладно. Ладно, все позади. Послушай, я рядом. Мы всегда будем вместе, хорошо? Любимый, вставай, уже утро. Дорогой, я знаю, как тебя разбудить, господин Кемаль. Я еще немного посплю. Дорогой, ну же, вставай, мы же недавно с тобой воссоединились. Может, мы встанем уже наконец? Еще 15 минут. Ну, дорогой, я очень соскучилась по тебе. Ага. То есть ты совсем по мне не скучал, да? Джунейд. Ну же, выйди. Сейчас кто-нибудь проснется. Нет, еще слишком рано. Даже Назира еще не пришла. Если бы ты всегда мог быть рядом. Но нельзя. Почему нельзя? А как это может быть, Джунейд? Если она узнает, как я буду смотреть им в глаза. Как я могу выйти к людям, которые столько всего для меня сделали, и сказать, что я люблю их сына? Но ты не сделал ничего постыдного. Нам с тобой нечего скрывать. Мы просто любим друг друга, вот и все. А если отец Усман узнает? Ну, Джунейд, ну уходи же. Кто-нибудь проснется. Я решу эту проблему. Как решишь? Доверься мне. Я хочу видеть тебя тогда, когда захочу. И я буду. Доброе утро, сынок. Доброе утро, мама. Ты сегодня ранняя пташка? Да, хотела немножко пробежаться. А, кто заберет Мехмед Кемаля с аэропорта? Вы организовали, надеюсь, чтобы он не остался в аэропорту? Не волнуйся, Зухра Султан, я все организовал. Через пару часов ты встретишься со своим сыном. Очень надеюсь, сынок. Я так соскучилась по своему барашку. Кемаль. Любимый, ты звонил родителям? Не звонил. Mm-hmm.
Сколько время? Боже, они небось уже в аэропорту. Где мои штаны? Но, любимый... Любимый, может быть, не сразу поедем? Немножечко останемся здесь? Дорогая, мы опаздываем. Пойдем. Мой барашек уже 6 месяцев скучает по моему Бореку. Да, барашек. Он теленок, большой теленок. О, вы уже начали делать Борек? Уже заканчиваем. Назош, а мне что делать? А ты стол накрой. Я сейчас здесь закончу, тоже тебе помогу. А это на месте не сидит, сразу к работе приступает. Сестра Зухра. А, с небольшим опозданием, но кофе господина Усмана готово. Хорошо, хорошо. Да я отнесу Назира, чтобы ты не слышала сейчас ворчание. Юлдыз, ты положи бурак в духовку, доченька, хорошо? Дай-ка. Я очень соскучился по домашним, очень. Зухра Султан, должно быть, уже сделала бурак. Ох. Ну что, любимый, тебе понравилась новая машина? Какая новая машина, любимая? Любимый, да ладно, ты даже не заметил, да? Эх, Кемаль. Если я как-нибудь отправлю вместо себя другую девушку, ты тоже, наверное, не заметишь. Нет, ну я не настолько невнимательный. Кемаль, ты обручальное кольцо не надел, любимый. Ты знаешь, я о таком забываю, любимая. К тому же, какая разница? Как это какая разница, Кемаль? Как это? Это наше обручальное кольцо, символ нашей любви. Если я что-то обещал, я это сдержу, любимая. А кольца и символы мне не нужны. Пойду посмотрю, как там девушки. Мы ведь готовимся к переезду к Кемаля. Зачем так заботиться? Можно подумать, он с работы приезжает. На деньги отца он учился и гулял. На деньги отца возвращается. О, как вкусно пахнет. Это ты сделала, Фарида? Да, Кемаль же любит. Да, ему понравится. Здоровья твоим рученькам. Зухра. Да. Подойди. Садись. Что случилось, господин Усман? Почему эта девушка до сих пор гуляет по дому? Что это значит, господин Усман? Она тоже считается нашей дочерью. Какой дочерью, госпожа Зухра? Она нам никто. В свое время ты ее привела. Мол, она бездомная, у нее никого нет. Хорошо. Мы ее вырастили, отучили. Она закончила лицей. Когда она уйдет? Ну не начинай, господин Усман. Чем она нам вредит? Госпожа Зухра, а любовь? Она повзрослела, похорошела. В доме Джунейд. Еще Мехмед Кемаль приедет. Нельзя. Они не могут жить в одном доме. Нельзя, чтобы огонь и порох воссоединились. Не кричи, прошу тебя, они же услышат. Что я могу поделать? Я же не могу ее выгнать. Я не говорю тебе, чтобы ты ее выгнала. Найди ей достойного мужа, выдадим ее, да и все. Доброе утро, отец. Доброе утро. Ох, как вкусно пахнет. Я тебя люблю. Ты
Ты всю ночь не спала, да? Все нормально? Все станет лучше. Сегодня мы начинаем. Мы очень долго ждали этого дня. Почему ты такая? Я всю ночь думала о маме, о папе, о той ночи. Усман Кузан на моих глазах убил их. Поджег наш дом. И я ничего не смогла сделать. Я просто смотрела. А теперь очередь Усмана. Ему будет в 1000 раз больнее, чем вам. Если бы не ты, у меня никогда бы не получилось. Я бы даже близко к Усману Кузану подойти не смогла бы. Мой дядя не только твою жизнь испортил. Мою жизнь он тоже потрепал. Он будет наказан. Он тоже потеряет всех, кого любит. Вы нашли нового дизайнера? Нет. Что значит нет, Джанейт? Мы берем новое дело, а у нас нет дизайнера. Как же так, Джанейт? Тунч занимается этим делом, отец. Ты тоже займись. Найдите поскорее его. Все спланировано до мелочей. Твоя должность в офисе тоже готова. Ты начнешь работать как дизайнер. Сегодня ты познакомишься с Джанейтом. И он влюбится в тебя. А дальше все легко. Мехмед Кемаля нет. Не могу поверить. Стой, стой, сейчас позову. Что случилось? Где Мехмед Кемаль? Я не знаю, господин Джанейт. В аэропорту его не было, и рейса сегодня нет. Ничего не понимаю. А я все понял. Он еще вчера приехал, наш шутник. Опять он за свое. Ладно, ты исчезни, чтобы наши не узнали. Он через пару часов придет, хорошо? Он пришел, он пришел. Что ты так на меня смотришь? Мехмед Кемаль пришел. Слава богу. Братишка, добро пожаловать домой. Сестричка, тебе тоже привет, Хандан. Привет, сыночек, мамочка. Добро пожаловать. Добро пожаловать, Кемаль. Как ты, фисташка? Наконец очередь до меня дошла, иди сюда. Наконец-то ты приехал, сыночек. Эй, я тоже хочу. Иди сюда, ревнивая. Слава богу, мы снова все вместе. Ну что, как спал ночью? Забыл, наверное, какие холодные ночи у нас в Анкаре. Брат, ну... Мой дорогой сыночек. Ну а где отец? Внутри ждет тебя. Ну, конечно. Усман Кузан никогда не пойдет встречать. Отец? Добро пожаловать домой, ребенок.
Ты красивая очень. Ни Я один не знал, парень не что у меня устоит перед сейчас. тобой. Сколько Если ты парень не можешь влюблен в быть? кого-либо, то я не Почему знаю ты ни не для одного меня парня, кто тогда, бы не Николай? влюбился в тебя. Кто бы Поскольку там ни твой был, любимый Джунейд, Джунейд, кузен это ваш Джунейд ни любимый в кого наш не Колман, влюблен, правда, да? наша Ничего работа будет другого. очень легкой. Ты Он убил меня справишься. действительно. Доверься мне. Алло? Боже, пусть всегда Ага, наше Николай, утро будет пожалуйста, таким волнуйся, хорошим, как отпустите меня. сегодня. Сегодня у нас Я не огромное знаю, счастье в семье. Мой какого младший лучше, сын потому что закончил я учебу с теперь первым тут местом и его вернулся смотрю. домой. Со вторым местом. И Вот теперь мы будем главное, ждать чтобы еще Бахат более взяли тебя хороших опять, дней и чтобы новостей. он дал Будем ждать кому-нибудь Бахат отметки взял Амали и тебя доченьки когда-нибудь давно? Хандан, маленьких детишек. Он Младший всегда говорил, что оказался ты везде быстрее ходишь. старшего. Поскольку Любит меня, обучение когда я ему дам закончено, пизду, завтра утром чуть ты не начинаешь сказал, он меня работать вместе с унесет. братом в офисе. Я знаю, что Когда ты ты такой сможешь большой, добиться ну, Николай хороших Андреевич. успехов. Папа, Отец, что он с твоим только именем? приехал. Мы Давай потом это ссоримся. обсудим. А, Ты его ссоримся. брат. Я Пожалуй, все послушаем запомню. тебя. О, Ой, Кемаль, детка, ты чья братец, моя? как ты? А Где ты, что? брат? Я уже в отеле. Где я Да могу вот быть, я вот братец? Скоро перед на вами конечную очутился. поеду. В скором времени буду у тебя, имей в виду. Буду ждать, братец. Ладно, удачи. Пока. Здорово. Разве я не говорил тебе не стучать, доча? Сестра твоя спит. Всю ночь зубрила уроки. Что случилось, Кадер? Я в тот лагерь, больше не ногой, мама. Почему, доченька? Помнишь наш долг? Он смотрел на меня как больной. Ну что ты, доченька, он хороший человек. Он просто пытался помочь. Мамочка, не волнуйся, получу зарплату, завтра, послезавтра закроем долги. Не волнует, я туда больше не пойду, все. Мамочка, ты присаживайся. А я пойду и чай заварю. Возьми, дорогой, возьми, твой любимый, с сахаром. Спасибо.
Спасибо, Назош. Приятного чаепития. Не давай ему, Назош. Перед тем, как пойти на работу, я хотел бы немного побить этого бродягу. Госпожа судья, вы готовы? Готово. Пойдемте. Посмотрим, кто кого побьет. Хандан? Нет, я отдам подарки, потом приду, хорошо? Ладно. Ну, давайте. Я тоже готова. О, да. 18-18, счет равный. Остался финальный бросок. И партнер ожидает ошибки Мехмед Кемаля. Надейся, надейся. Оу, я выиграл. Классная игра, Фарида. Победитель, я своими руками сделаю свежевыжатый апельсиновый. Давай для тебя тоже сделаю, а? Для проигравшего-то. Спасибо, сестра. Уж этого я не забуду. Ну да. Увидев Фариду, ты отвлекся. Пожертвовал матчем ради любви. Хорошо. Задаю последний вопрос и замолкаю. Когда ты расскажешь нашему Фариде? Мало осталось. Ничего себе. Впервые ты не ответил «займись своими делами». Пришло, наконец, время. Я хочу быть счастлив с Фаридой. Братец, ты правда влюблен в Фариду? Даже очень. Как ты можешь быть таким уверенным? Я уверен. Потому что я могу провести с ней весь день, ничего не говоря. Я уверен. Потому что нам с Фаридой не надо говорить что-либо, чтобы понимать друг друга. Кемаль, брат Джунейд, ваши свежевыжатые готовы. Проходите, поскорее. Доченька, вместо того, чтобы лежать, помогла бы мне немножечко? Ладно, мама, иду. Кадер. Что это? Я у тебя спросила, что это такое?